я весь конфетик вина, когда я вижу вот такую кайку, и, блин, эта игра просто удивительная. Почему я пони? Потому что это Pokemon Go Pony. Добро пожаловать в игру. Короче, начинаем. Да, это надо искать. Ой, простите. О! Ой, простите. Это просто... Подождите. Ну... А, вот, пони! Это... Как тебя там? Это... Тебе... Как там? Как там тебе? Как там? Вы поймали Свифти. Пони не обрин... Умом... Короче, мне это не интересно. Ну, ну иди пони. Ну, простите, издевайся. О, начинает. Так, а ты пони. То есть, у меня что, камера закрыта? Ой, блинский, здесь такая вот штука. Мне плохая. Пони где-то рядом. Но где? Вот она, Фрати. Продолжите искать. А, то есть это я должна куда-то водить? Да, какая-то игра долбанутая, если честно. Простите за выражение. Простите за штуку. А! Ловлю пони, ловлю. Что это за... Подожди, Фрати в другом облике. Там... Принцесса? Вы поймали принцесса? Это что? Это мозг. Это ужас. Я просто... Он даже не видно нифига. Капец. Это у меня. Пилим. Так, отсюда. Это у меня. Давай ищись. Потом я на коленях, не обращать на ручку, хватит. Ищись. А, опять принцесса, ну блин. Тут все свои пони потрачу. Давай мне нормальных. А это что за рабка? Твою, вызывает рекламу. Продолжайте искать. Искай! Ищу! Не обращайте на эту точку. Ну ладно, давайте утихомеем, потому что это мне уже достало реально. И вы другого захотели. В комментариях пишите лайк, поставьте, подпишитесь. И, конечно, не забудьте очень мой любимый канал. Всем пока, смоб. Следите еще смешных видосиков. Просто эти игры просто уморительные. Всем пока, смоб. Сейчас здесь найду. Пока всем.